Этот опять у Дениса что-то поломалось, руль не крутится. Ну, вечно, по-моему, как не съездит, так что-то у него ломается. Что, на Паджерике? Что мы сегодня опять едем на очередную покатушку в Роудну. Сегодня, правда, машин поменьше у нас. Наверное, опять все начали пить безбожно. Че, Геннадий, читал край? А ты че, блядь? Да я занят. Всем привет! Вы хотели Прадика? И вот мы уже встряли. Дальше пусть едет, он здесь не выйдет. Никогда в жизни. Сегодня будешь доминировать? Я заправиться забыл, я не буду доминировать. Мне еще выехать отсюда нужно будет. В машину залезть не могу. Штурман, убегая с Прадика, скинул сапоги и сказал: сами тут мучитесь, а я пошел домой. Назад не крутится. Это вперед. Нет, да давай я подъеду, дерну его, да и все. Давай чуть-чуть попробуем. Ну ладно.
Ты говорил RAV4 покупать. Снимай. А говорят, Мопар говно. Вон едет. Натяг заехал. Поеду в натяг на прадике. А потом под газом, да? Не, потом под спиртом. Потом под спиртом, да. Все же говорят, только в натяг. Вот будем смотреть. Вон он в натяг внизу стоит. Да, он МТшка в натяг стоит внизу. Отдыхает. Да не, сейчас скажу, что он под газом болит. Ну что, ну этот вот поджерик лучше, чем такой, да? Слушай, я же сам не ожидал. Не ожидал, а у тебя МТ? МТ или АТ? Ну, МТ. Ты когда встал, ты что-нибудь переключал трансмиссию? Да, я эту... Понижайку? Нет. Поехал сначала на передней мазке просто, а потом включил блокировку в раздатке. Будем пробовать ездить в разных режимах. Будем пробовать в натяг, также с разгона. Ну, будем пробовать в разных режимах, короче. Подъемчики скользкие достаточно такие. Вот, видите, по траве едет. Не напрягаясь даже, свободно. Зря так. Мы читаем ваши комментарии. Пользователь под ником «Играем в танки», свяжись с нами, мы передадим тебе сюрприз, Powerbank, чтобы ты смотрел всегда наши видосы и при этом у тебя не разряжался телефон. Ну что, у нас бензиновый прадик сейчас поедет. Ну да. Сейчас спустит. Дизельный у нас сегодня. Сдулся, как обычно. Не приехал, когда узнал, ну, что да, приедет бензиновый. Да, он как об этом узнает сразу это. Сразу у него находятся дела важные. Он же сказал, попробовать с натяга. А, в натяг он едет. Да. Вот Прада едет в натяг, как вы все говорите. Можно заезжать. Что-то он опробовал. Внизу там ема остыл. Ну и что скажут наши комментаторы? Может, они имели в виду в натяг на тракторной резине? Ну, да-да, можно, наверное, в любую горку заехать в натяг. Может, те, кто пишут про натяг, вообще никогда в жизни нигде не ездили? Только если на велосипеде? Да, только на велосипеде в натяг ездили. Скажи это комментаторам, что в натяг это бесполезно делать. Обязательно найдется кто-нибудь... Скажет, что это все подстава, Прада подставили, то, что он не мог заехать, надо на всех поставить одинаковые условия, резину им одинаковую. Водители одинаковые. Ну, это тоже водители. Ну, а по факту мы видим то, что видим. То, что в натяг газ отпускает, она на месте стоит, начинает добавлять газу, она хоть как-то начинает двигаться. Или резина у тебя зимняя или АТ-шка? Зимняя, обычная резина, ХК-5. Шиповка? Да. Что некоторые пишут, что на шиповке грязи лучше. О. Шип там как-то основан. Это шиповка вот такая вот туда. Надо было витку на Audi одевать сет и ехать сюда. Не, спереди у меня не становится. Такие да, а потом попробуй по асфальту, как Геннадьевич диск пересекать. Как минимум. Опять придется видос удалять. Да. Там уже есть будет больше. Они лопаются. Подписчики, скиньтесь мне на цепи, я на Audi надену.
убирают цепи. Я же ему говорил, в натяг. Ну он просто, видишь, понял, что она едет, уже не стал на половину пути бросать, заехал. Он на понижайке, но на второй передаче был.
что случилось? Эд, что случилось? Я не знаю. Сломался? У него то работает передний привод, то не работает передний привод. А может больше газу надо, чтобы включить? Да вроде нормально газу. Но он еле крутит колеса. Но это с ESP. Я когда отключаю ее, а он нормально. Ну так отключи газу, больше может включиться. Не, он сейчас заработает. Ну поехали. Поехали туда тогда. Красота, только задний привод, едем на классике по бездорожью. По полю. Вот что-то сейчас перед.